друзья, мы в Нижнем Новгороде. Посмотрите, какая красота. Вы знаете, слияние двух великих рек, Волги и Оки. Посмотрите, какие храмы, какая красота. Где вы такое увидите еще, а? В каком городе? России. Только в Нижнем Новгороде. Недаром про Нижний Новгород говорят, его величество, великий Нижний Новгород. Александр Малинин, когда давал здесь концерт, он перепутал, сказал его величество Нижний Тагил, поэтому его забросали помидорами, поэтому я не буду повторять его опыт. Я с уважением отношусь к этому городу, к нашим друзьям, которые нас пригласили и нам показывают эти прекрасные, эти красоты. Посмотрите, какой простор. Ну теперь, до новых встреч. Пока. Дорогие друзья, мы в лучшем зоопарке России, в Нижнем Новгороде. Знаете, здесь можно пеликанов даже руками трогать, гладить их и кормить. Кенгуру, снежный барс, пума, ягуар. Те животные, которых в Москве вы не встретите. А здесь, посмотрите, как красиво. И все это под открытым небом. Здесь есть павильоны крытые, павильоны открытые. В общем, мы в таком восторге, что мы приехали сюда. В общем, до новых встреч! Ну да, я попробую. Я поглажу. А вот сейчас этот с тобой хочет пообщаться. Носатый. Они их погладить можно, да. Иди к тете Оле, вон туда подойди. Иди к папе. А что ты тут? Не больно? Я тоже хочу. Иди подойди. Руку чуть не отъел. Да голодненький ты. Иди подойди, не бойся. Иди погладь, иди погладь. Да он не больно вообще. Ой, тетя, боюсь. Какой мягкий вообще. Прям, Влад, потрогай. Сынечка, он не больно. Иди пока, папа. Иди пока, папа держит. Не бойся, иди пока. Вместе. Идем погладь. Ты же хотела. Идем. Ну, ладно, ты что, маленький, что ли? Идем. Смотри, какой мягкий. Пойдем с мамой, Санечка. Ну все, давай. Вот пума. Крутая кошка. 2 часа всех. Крутая кошка. Позирует. Смотри как. Он лапу чешется. Друзья, вот мы продолжаем репортаж в Нижненовгородском зоопарке. Смотрите, какая пума, какая пантера, какая красивая. А я тоже? Смотрите, встал, позирует, смотрите, вау. Круто, иди сюда. Красавец. Ну, в общем, вот дальше идем. Друзья, полярные волки, смотрите, красота. У них кусок мяса лежит, они закормленные, не жрут нифига. Пойдем. Они спрятались, смотри. Во, иди сюда. Смотри, какие красивые. Ты пальцем-то зачем тычешь? Вот, смотрите, какие как волки. Красивые мальчик, да? Волки. Вон они, во. Вау. Как маленький мальчик. Выключите, друзья. Мы продолжаем репортаж с Нижненовгородского зоопарка. Смотрите, какой красавец. Тигр. Идите сюда. Вот он, молодец. Иди сюда, я тебя погладю. Красавец. Вот он, тигр какой. Ой, красавец. Ну задержись. Молодец. Иди. Вот, смотри, он слушается.
Нет, мясо чует. Как тебя зовут? Красавец, красавец. Вот какой-то. Пойдем. Какое мясо? Мое ребро сломанное. Ой, ты мой красавец. Смотри. Иди сюда. Красавец. Я вкусный. Да, ребро твое вкусное. Ничего уже не болит. На видео? Ну пойдемте, друзья, мы в таком восторге. Да, в восторге. Да, тут смотри, витамины ведь надо его кормить. Сонь, смотри, лоснится мех. Вот это попа. Вот это да. Вот попа так попа. Мишка, Миша, Миша, иди сюда. Миша, привет, Миша, Миша. Ну, он скучный какой-то. Всем нравится. Главное, нет, никаких резких движений, а то могут испугаться. Какой-то красивый. Да. А он будет. Мини-лошадка. Пойдем, Санюшенька. Да, убирай ручку. Потом папе салфеточку попроси. Мама, у него хвост как у лошади. Ну да. Мама, дай мне салфетку. У папы салфеточку. Папа, дай мне салфетку. Пожалуйста, не забывай добавлять. Ты козел или коза? Ты козел или коза? Ты кто? Домашняя. Ну погладь его. За бороду подергай его. Ну? Вот это щипается. Да ты раскрой ее. Надо есть, они хотят есть. Ой, ты маленький. Козлик, ты маленький. Как из сказки Алена. Да, это. Да, козленочка. Не ставь прививку, как у нас. Друзья, ну, козлов у нас и в жизни хватает, вот. Поэтому мы идем дальше. Поэтому мы идем дальше. И погладить можно, смотри, гладить. Возьми еще и морковку, дай ему. Сонь, так ты туда залезь. Не, не надо залезать. А, входить нельзя. Они уже наелись. Нет, не все. Кормление животных запрещено. Штраф 5000 нет, рублей. Нет, это покупной. Тут, если покупаешь, этим кормить можно. Соня, входить в вольер нельзя. Как их звать, чтобы они побежали? Смотри, он там белый вольер. Они плодятся, как кролик. Как их нужно кормить? Такой сидит внутри. Ну пойдем дальше. Мама. Эй, как тебя зовут? Смотрите. Сюнь, смотри, какой красавец. Всех цветов радуги. Смотри, у него все цвета радуги. А я что, не красивая? Сюнь. Да ты-то страшненький, вот красавец-то где. Какой красавец? Что это за дедук? Ну посмотри, какой у него этот. Что это у него висит? Это у него висит, смотри, какая штучка, завлекалочка. Ну дай дернуть за бздюльку твою. Вот какой важный. Важный, да. Он, видишь, охраняет свою эту страшненькую курочку. Она для него не страшная. Она для него самая лучшая. Самая прекрасная. Курочка такой ряба. Суровый. Оскорбил его посмотри даму. Смотри у него как это. О, она дулся. Пукнул.
Мы до зебр, дошли до зебр. Вот, вот они зебры. Смотрите, какие красивые. Вот. Они как прям из сказки, да? Ой, красавицы какие, а. Что? А сзади-то прям какие, а? Ой, какие у нас. Ой, какие красивые. Да, мама, папа и... Это как Соня это меня так же. Также... Она говорит, поцелуй, обними меня. О-о-о. А папу ногами. Он так же легается. Ну, прям как Соня, а? Ну, прям один в один. Вот я. А я это говорю. Папа, да? А там мама. Вон, видишь, даже по фигуре видно папа. Да, у них одинаковые. Нет, у него задница мужская, а у нее женская. Вон. Как у мамы большая. Как у мамы большая. Да, это вот мамочка, а там папа один. Отстаньте, говорит, от меня. У папы вон борода. Ой, ну мама вся истряслась над своим же ребенком, а. А смотри, попа какая интересная. А он какой у меня футбольный мяч. А у него, видишь, мощные какие-то. Смотри, это мы с мамой догоняем. Ой, смотри, как классно. Это мы с мамой догоняем. А смотри, какая жар птица какая. Да это не настоящий. Да, на телевизор посмотреть. Это мы с мамой. А где папа? А у папы? А я думал, папа это ушел. Живая жар птица. Отдохнуть. Пошли дальше. Смотрите, папа ушел смотреть этот свой. Телевизор. Да. Пошел. А вон настоящий. Вон настоящий. Это настоящий? Настоящий. Да. О, смотри, сейчас распустит хвост. Ну не факт. Спой, птичка. Что-то я сомневаюсь, что это. А где жираф-то? Сонь, вон жар птица смотрит на себя и говорит, какая я красивая, вау. А это куда? Ну, куда пошли ты? А это куда? Нет, это не. Какая я красивая, вау. Вау. Ребята, офигенные. Да. Смотри, на одной ноге стоит. Смотрите, жирафы еще пытаются у него. А какие ножки красивые. Антилопа там такая красивая. Такая необычная. Мама, у медведя деку. У него место здесь больше, чем в московском зоопарке у белого медведя. Реально в московском в 2 раза меньше. Если не в 3. Арина туда забралась. Мама, я хочу туда. Сейчас пойдем. Сейчас ободранный какой-то. Потасканный. Ага. Потасканный орангутан. Принцип, иди сюда, быстрее. А вон, смотри, в покрышке сидит. Иди отсюда. Покрышки. Смотри, как он ходит. Отсвечивает. А, не видно ничего, да? Ну, а что, видно? Да. Надо было мне все на этом снимать, а то половина темного будет. Ну иди сюда, что ты там. Он как будто что-то там у него мешает ему. Такое ощущение, что у него попа там. Может, его кто-то держит может, сзади? Он хвост свободный. Как будто он шатается. Пьяный. Может, его обкололи чем-нибудь? Зачем? Ну, может, медицинский осмотр какой-то. Ну, смотри, реально, как будто он пьяный.
какой-то чумной. Да, как будто шатается. Да, у него голова, что ли, круто. Ну выходи, заднюю скорость включил. Ладно, так надо было все на этом снимать. А то я на темном снимала все. Будет все темное. Да ты че? Угу. Ты сможешь вырубить? Светлее сделать. Наверное. Потому что все темное было. Вообще все? Ну да. И тигр тоже? Нет, тигр нет. Ну реально все. Он как будто это. Ну пойдем, жалко. Крученый.